Привет всем добрым людям, с вами Елена на своем канале «Мой сад. Воплощение мечты». Вы наверняка заметили, что это видео началось с сорта розы, которого в моем саду пока нет. Это Вартбург. Именно что пока, очень скоро эта роза появится в моем саду. Почему я решила рассказывать про нее до того, как она поселится в цветнике? Потому что сейчас есть возможность приобрести эту розу не только у меня. На самом деле это из разряда садовых чудес. Чудо чудное, диво дивное. Я вам показывала вот эту арку, на которой сейчас красуется кобея. И говорила вам, что для этого места нужна плетистая роза. Нужна плетистая, надежная роза. Кобея, конечно, хороша. Что и говорить. Очень экзотический цветок. Но это растение не нашего климата. И неизвестно, удастся ли мне ее сохранить зимой. Я буду, конечно, пробовать. Но для этого места нужно что-то более надежное. И поэтому я искала розу. Ну и как обычно, как водится, когда мы что-то ищем, заглядываем на различные ресурсы. Я очень люблю пользоваться Розы Бук, энциклопедией роз. И там очень удобно. Там можно создавать такой лист ожидания, что называется, закладка хотелки. И туда складывать всевозможные сорта, которые вы хотели бы видеть в своем саду. Я так и начала делать. Начала туда собирать различные плетистые розы. Мне нужен был именно рамблер для того, чтобы можно было оплетать, чтобы были гибкие побеги. Вот, например, здесь у меня растет клаймбер, крем де ля крем. И это, конечно, скорее куст с такими, с некоторыми наклонностями плетистости, плетистости и склонностью. Но все-таки это куст, и его не заплетешь ни вокруг арки, ни вокруг обелиска. Не кинешь на дерево или что-то еще. Я искала именно такие. Среди прочего был им Вартбург. Роза привлекла мое внимание и обильным цветением, красивыми фотографиями, хорошими отзывами. Ни одного пункта в черном списке. Никто не отправил эту розочку в черный список. И это, конечно, очень показательно. Хотя я не всегда смотрю на отзывы, потому что это очень-очень индивидуально, зависит от условий произрастания розы, от ухода и прочих вещей. Но тем не менее, ни одного плохого отзыва. И, конечно же, эта розочка отправилась в список ожидания, в лист ожидания. И что вы думаете? Произошло чудо. На Розыбуке можно общаться с другими розоводами. Это огромный плюс этого ресурса. Мне пришло письмо от Елены Хамзиной, обладательницы роскошной коллекции роз, но она занимается не только выращиванием роз, как я, но и их размножением, черенкованием. И в этом году у нее есть черенки Вартбурга. И вот поэтому я вам и рассказываю. Еще одна особенность этой розы – она без шипов. Вы представляете, длинные гибкие плети без шипов. Плети что хочешь. Хочешь арку, хочешь обелиск, хочешь на забор, хочешь на дерево ее куда закинь. Большое такое безопасное розовое творчество. К тому же роза надежная. На Розыбуке у нее 3 плюсика на мучнистую росу, на устойчивость к мучнистой росе. 2 плюсика к черной пятнистости. Так что это очень, тем более, сорт старинный. 1910 года, то есть больше 100 лет этому сорту. Это хороший показатель устойчивости. И она относится к растениям 4-й зоны. Вы представляете? Это значит, что ее, ну, она требует, я думаю, что минимального укрытия. Минимального укрытия. Это, конечно, замечательно. Вот координаты Елены, конечно же, я оставлю под видео. Вы можете с ней связаться и так же, как и я, приобрести такую уникальную, я бы сказала, розу. Ну а фото этой розы вы уже видели и сможете посмотреть
конечно же, на Розы Буки еще фото. Вот те фото, то, что я показывала, это из розария самой Елены. Это она присылала мне фотографии своего сада. На Розы Буки есть фотографии и других розоводов этого сорта. Елена еще написала статью про этот сорт. И ссылку на эту статью я тоже же, конечно же, отправлю. Так что присоединяйтесь ко мне, к счастливым обладателям замечательного, уникального сорта Вартбург. Немножечко сейчас пройдемся по моим цветущим розочкам. Маведей. День матери цветет. Остинка пердита вот-вот распустится. Велбинг набирает цвет, набирает мощь. Уже много цветочков распустилось, и впереди еще большое цветение, я надеюсь. Розочка Таити. Просто королевишна Манстед Вуд. Тоже остинка. Ароматная, приароматная. Велбинг тоже очень даже хорошо пахнет, но с остинками не сравнить. Конечно, он уступает в этом смысле. Ну и, конечно же, мои красавицы Минервы. Два куста у меня этой чудесной флорибунды, сорт Минерва. Очень я довольна. Здесь тоже уже цветет и еще будет. Вот такие розовые новости у меня в саду. Заканчиваю на этой красоте. Выращивайте цветы и будьте счастливы. Пока-пока.